Привет! Приглашаем тебя на новый сервер хардкорной ванильной анархии. Практически никаких плагинов, полный хардкор. Никакого доната, нет тупых школьников. Самые мощные сервера, лагать не будет даже на ведре. Только у нас, версия 1.19.2. Идем играть с нами. Итак, смотрю, 73 женщины хотят сразиться с одним мощным мужчиной. Наимощнейшим воином. Я потомок средиземного вождя, который был повелитель океана. Я посланник солнца, я повелитель Омбаса. Жмышенко Валерий Альбертович, я тот, кто впервые из всех увидел древний меч Эскалибура, который таился в Антарктике во льдах. Но льды растаяли, лед тронулся, и он проявился из ниоткуда, словно божья. Свечение проявилось на свет. Это он, древний меч Эскалибура. Маска. Это дарование Божье. У тебя есть возможность отступить перед Шкеллой и уфнуть поток? Мы все это поймем. Иначе твой позор будет зафиксирован навечно. Победа моя. Пожалуйста, снимай корреспондентов, позови сейчас. Будет победа. Да, пожалуйста. Ставьте плюс в чате, кто считает, что старая девка Глэк Веласкес и каблучок рыбачок Денис Сухачев — это один человек, который незаслуженно отобрал мадерку у Трича и про... У тебя в нике вообще слово анус, ты очко, иди отсюда, вонючий. Ты обоссанный, обосранец, ты сосал кинг-кода полувялого чанка. Никнейм смени, потом обращайся, ты анус. Все. Ты только что был попущен пожилым телом. Да, признай и извинись. Все, сейчас будет на ваших глазах легендарочка. Победная, финальная, вот, отличная, симпатичная, 100%. Внимание! Да. Прямо сейчас на ваших экранах будут курсы глубокого минета и гэнг-бэнг в особо крупном размере. Уберите детей и пожилых людей от экрана. Смотрю, что. Смотря. Сейчас, ты можешь забанить всех челов, украсть все донаты, прорекламировать абсолютно любой скам, который тебе предложат, но чего ты не можешь, так это победить в зомби. Все. Сейчас ты за все перед зяблами ответишь. Да. Сейчас посмотрим. Значит, смотрите, если меня убивает синяя зона, а не зомби там, машины, да, сбивают, это вообще не считается. То есть, ну, это не их победа, это победа зоны синей. Все. Сегодня весь мир увидит глобальный попуск лысого чамара. Это будет месть от зеблов чата за Трич ТВ. Ай, да вы сейчас... Воу, пасеки, легче, будьте, оу. Если выигрываешь, донатчу 5000 тебе. Если, как обычно, попуск, 5000 Трич ТВ на новую нарезочку. Значит, смотри, такие правила. У Тушу, сука, понял? И сезона это не считается. Верни модерку Тричу! Пока перезарядит, мать умрет. Дяблы, давайте закибербулим эту женщину за Трич ТВ. Ведь он так и не сделал самого отсос. Дадим власть пени. Лето и чамалеты. Собака амперсант. А может, амперсант? Амперсант, мягкий знак, амперсант, твердый знак. Ты как мягкий знак, ты как точка, сказал чрезвычайное происшествие. Ты как точка, сказал амперсант, вопросительный знак. Ты как сказал чрезвычайное происшествие. Собака, амперсант. Меня сейчас зона убьет. Дед.
хотя я передумал, я в любом случае задоначу Твичу, даже если ты выиграешь. Пошел ты нахуй, старый лысый, отобрал пацана ни за что, мы дерку еще и выебываешься на него, плюс в чат, кто за Твича, братишку? Деду, это какой-то бред. Усела сломан велосипед. Меня зона убила. На дикторианте тестостерон, слабая женщина. Я чисто не успел просто. Я чисто физически не успел их убить. Понял, меня зона убила. Понял, да. Меня зона убила. Меня зона убила! Подчеркивание обратный слэш слэш двоеточие амперсан собака. Подчеркивание обратный слэш слэш двоеточие амперсан собака. Подчеркивание обратный слэш слэш двоеточие амперсан собака. Подчеркивание обратный слэш. Зона приходит и всех забирает в коробочку. Понял? Зона пришла и в коробку завернула все. Подчеркивание обратный слэш. Времени не хватает, убить чел. Физически времени не хватает. Понимаешь, вы как крипы в доте. Слабые. Трич ТВ, проверяй. 5000 уже должно было прийти. Лысая женщина не подвела. Я сказал. Проверил. Реально пришло. Спасибо тебе за такой большой донат, школьник. Ты супер. Мега! Да, чел умер. Ля, чел захлестнулся. Ля, вот это пожалуйста. Вот так вот будет с каждой маской. А, привет всем. Ты что, дебил? Ля, чела распрестал. Трич ТВ наказан. Да. Трич ТВ наказан. Стоп-фуд, Трич ТВ наказан. Наказан, сучка. Я сказал. Трич ТВ наказан. Потому что пожилое тело наказало молодое тело. И что? Сейчас. Верни меня, хоть Твичу, ублюдок! Верни меня, хоть Твичу, старая тварь! Верни модерку Твичу. Слэш двоеточие амперсан собака, подчеркивание обратный слэш. Очко деда, Твича победа, 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 очко деда, Твича победа. Пусть Твич извинится. Еще раз повторяю. Извинится Твич, потом буду ему говорить о возвращении его на пост модератора. Все. Пусть извинится за превью, которое он сделал. Да. Мне не понравилось там, где он сделал на фотке, что там он типа, ну, мне там, ну, я потом покажу, я сказал. 8 января 2023 года произошла великая самарская бойня. Потери стороны зябликов. Трич ТВ и еще около 1000 зябликов. Потери со стороны самарского ОПК. Енот Абрикос. Кабель желвак и два колеса у мотоблока. Я разговаривал с Трич, что школьники донатили, а ты ему модерку забрал за мои 20к. Так я и у него забрал модерку. Я у него временно ее забрал, да, до момента, пока он не извинится. Все. Да. По, как говорится, всеобщему голосованию и общему решению с зяблами, мы пришли к выводу, что Трич ТВ должен извиниться. После чего будет амнистия, пожалуйста. Да. Все. Должен извиниться за оскорбительные эти фотографии. Да. Я сказал. Сейчас я покажу, какие. Это не фейк, это 100% информация. Ясно? Все. Стоп-флут. Я верну модерку, если извиниться. Я сказал. Трич ТВ, извиняйся. Немедленно.
ampersand циркумфлекс подчеркивание слэш 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 ampersand. Так, сейчас. Извинись. А где тут у нас настраивать чат, ребята? Ну-ка, значит. Так, отправка сообщения раз в 10 минут одно. Ох, вот это другое дело. Смысл мне играть, да, если они меня отвлекли. Они меня уже отвлекли, да. Они вот начали срать в чате уже. Все, пожалуйста, да. Пена, восстань, пена, восстань, пена, восстань. Трич за тебя, трич за тебя. Восстань, пена, восстань. Я чат ха, верит блядь в твою силу. Эта женщина может только сидеть. Заткнись. Забери у него всю еду, пенисита, восстань, зе-зе-зе-зе-зе. Трич ТВСила. Дед соси дрочила. Трич ТВСила. Дед соси дрочила или верни 20к на карту. А я тебе говорил. Насчет денег я не решаю. Деньги идут на карту другого человека. Женского пола. А если туда деньги пришли, то это все. Их там сразу не стало. Не понял. Да. Ну привет. Дорогой мой Денис. Здравствуйте. Как кто поживаешь? Давно не виделись. Перепутали дядя. Вижу снова в пабге с зяблами. 53-0 соснишь. Или набиваешь стату на свой возраст. А? Лысак. Залупа. Пенис. Пошел. Отладывать. Женщина. Это мой, которого попустил весь чат, который ушел, заплакал. Женщина, боже, слезки, что подтер, пришел, да. Слезки подтер и пришел снова, да, сука? Да. Если ты сейчас извинишься, то я тебя разбаню. Да. Я тебя забанил за политику. Надо сделать так, чтобы у них топливо быстрее кончалось, чем у меня. Тогда будет по-честному. Они ездят без остановки, как женщины. Пока, Чак. Артем Град, не слышу тебя. Кто кого попускает? Я, как обычно, ликую, да. Пожалуйста. Свиногрыз будет. Все. Так, где Мекчелов? Ну все, они сейчас прячутся вне зоны, значит я победил. То есть, ну по факту, да? Они прячутся, все. Я что, их должен искать по всей карте теперь ездить? Это что, тупо, бля? Я не понимаю. Ну че, я что, должен вас искать или что? Чушь какая. Ну вы проиграли, все, можно выходить, вы проиграли. Потому что вытекаете. Ну типа смысл сейчас приедут тогда, когда меня зона будет убивать. Все. Ну смысл как? Пожалуйста. На, прилипку еще сделал. Понятно. Вот, пожалуйста, вот тебе и прилипка. Вот, видишь, прилипка, сука, осуществлена. 100%. Чё по велику, чел? Что? Ну и все. Меня зона тупо убивает и все. Нет, это тупо, блядь. Смысл так играть? Я вообще не вижу прикола. Поэтому надо изменить настройки. Надо вообще удар от зоны убрать. Если они хотят кошки и мышки, тогда я убираю это, дамаг от зоны и все. И...
Отсылаю тебе обложку, зачарованную на победу. Хотя ты и так выиграл. Посмотри, эпохи Кай, думаю, заценишь. А вер-концепция присутствует https://ip.chslash.w5xmgft. В смысле, я должен всех успеть убить? Да я могу... Я не успею их убить. Дед, никак. Вот ты говоришь, что зябло прячется они, от тебя. Они на дом залезут. Так что им еще делать? Они же дамага тебе нанести так не могут от слова вообще. Могут убить, ты просто катаешься на баге и мочишь зяблов. Без негатива. Они нет, они могут меня машиной затаранить там как-нибудь, как обычно они делали. Там, не знаю, мою машину машинами там бить. Они просто прячутся и все. Они могут на крышу дома залезть там в конце и все. Я туда, я ж не могу прыгать, как они высоко. И быстро так бегать. Они на крышу залезут, и я их даже не найду там. Чушь какая. Это бред, пацаны. Да. Поэтому то, что это сейчас было, это все не считается. В следующий раз на следующем потоке поиграем по-мужски. Поиграем по-мужски, как мужчина с женщинами. То есть я мужчина. Вот. То есть, ну, поставим нормальные настройки, да, чтобы... Ну, потому что я только... Я вот только что можно считать, что они не играли против меня. Потому что они мне ничего не сделали. Меня зона убила, да. Зараза, кресло. Да. Меня убила зона, и все. Они мне ничего не сделали, то есть слабость. Ну, они проявили эту слабость, ту самую. Они не мужчины по факту, то есть, да, по сути, крепочки дотерные, все. Люблю, обнимаю, до свидания, пока-пока. Пена, не надо. А я хочу. Давай не будем. Сегодня у меня животик болит. У меня все там напухло, скоро месячное. Ну блин, может успеем? Да нет, у меня уже животик болит. Уже все там внутри напухло. Эх, обидно.